друзья, я абсолютно не в курсе, что тут происходит. Я совершенно не понимаю, зачем меня положили в багажник, одели мешок на голову и привезли сюда. Теперь почему-то причесывают, пока я не понимаю, что со мной в итоге может произойти. Здравствуйте, здравствуйте. Но факт остается фактом. Я сижу в женском туалете, щипцами мне жгут голову. Вот. Так невозможно? Невозможно, возможно. Impossible. Найк. Не поверите, ходят слухи, что Элвис точно так же причесывался, да? Перед каждым своим выходом, да. Более того, ходят слухи, что меня сейчас причесывает именно парикмахер Элвиса Пресли. Конечно, нельзя верить всем слухам, но этому я верю. Вот так вот можно зарабатывать пробочку. Так она поджигается. И вот эта пробочка, она начинает обгорать. Вот. Загорелась? Ну, сейчас она загорится. Начинает обгорать сейчас еще. И вот этой вот такой... Ну, как назвать ее? Ее сажей не назовешь, но это пробка такая горелая. Вот этим способом уже, я не знаю, но еще в театрах революционных пользовались. То есть это очень старый способ, такой дедовский. Вот. Хотя, может быть, можно и какие-то сейчас и спреи покупать. Лак для волос, но я думаю, что это будет более такой щадящий способ. Вот она загорелась. Вот она сейчас у нас. Фаер-шоу. Сейчас мы тут все свои секреты все выдадим. Ну что, потом просто на быстро. Я шучу, да что вы, господи. А вдруг? Шутка, нет, ну что, это шутка. Всякое бывает. Вот и все. Вот она у нас. Понятно, да? Сейчас я возьму бумажку. Я хотела просто немножко заначить сначала. Аккуратненько вот так перекрою тебе. И вот так вот чуть-чуть вот этой пробочкой тебя покрашу. Бачки сейчас приклеим. Uh-huh. Нам важно вот от лица немножко хотя бы, понимаешь? Uh-huh. Чтобы у тебя был такой цвет. Получается. Темнее. Ну, конечно, он темнее. Видишь, вот. Uh-huh. Темнота. Uh-huh. Видишь, как хорошо. Сейчас еще. И оно, главное, не сыпется и не дает грязи. Ты понимаешь, вот это, вот как вот если бы мы сейчас с собой помазали что-то. Можно еще вот? Сейчас будем еще. Вот, чуть-чуть. Сейчас будем, нет, еще воду поджигать, это же, к сожалению, сразу. Please don't leave me. Down on my knees, I'm begging you. Сейчас у нас это остынет пробочка. Вот так вот, видишь, вот она. Вот такой дедовский способ старый. Клево. Вот, а у кого, извини, волосики недостаточно количества, они прокрашивают вот это как раз то самое место, и не видно. Нет. Вот. Сейчас покрасим. Я взяла в клейке, но я думаю, мы обойдемся без клея. Это же, господи, это же не... Ты можешь даже здесь ему сделать. Что? Смотри. Сюда, ну, нет, Маш, баки, но я подклею, там баки вот такие должны быть. Мишка, это уже не бородка. Ну ничего страшного, Машка. Ну это же, ну мы же это не делаем, какой-то портрет. Я повзрослел. У меня своя борода начинает расти уже. Хорошая. Мы же не делаем портрет какой-то такой, мы же образ делаем. Понятно, что? Ой! Это я тебе извини. А мне нравится. Нет, это я тебе прижал. А мне нравится. Ты я тебе салфеточку прижал, Машечка, извини, вот это вот выбор, пожалуйста. Сейчас надо чистое взять. Сейчас. Все. Перевернула. Здорово, вообще, я очень много наделала фотографий из интернета, у меня есть даже с собой здесь. У него не везде там такие темные волосы, кстати. Да, он всегда красился. Он и красился, там я хотела даже показать. Оттенки разные. Красиво. Сейчас вот тут вот Маша ветер, пожалуйста. Сейчас я еще вот здесь подожгу и эту сторону сделаю. Все, я думаю, что там главный эффект вот этот вот лицо.
Всего устой не пачкать. Оборотку для съемок отращиваешь или нет? Просто бриться некогда, да? Просто тебе я... хорошо, кстати. Хорошо. Просто с тех пор, как она у меня хоть как начала расти, я вообще перестаю. Я не люблю бриться из-за того, что, мне кажется, наконец-то я стал взрослым. Вот. Нет, тебе идет такая, знаешь, вот легкая не бриться. Хорошо. Ну как, чудит. Ой, я так себе сапожник без сапог. Все уже красавицы пришли. Я сегодня думаю, ну что, ну даже одеться вот нормально, по-человечески. А мы можем потом сейчас упереть. Сажей можешь все переплачивать. Можем упереть с выставки у Кати сейчас какое-нибудь платье и сюда принести. К сожалению, если бы я была девушка размерская. Да мы его сзади вот так разрежем. Вот, это мысль. Разрежем сзади и скотчем. Это мысль. Машечка, мы извините, тоже туда. Чуть побольше туда прям. Смотри. Пусть он такой загорелый будет у нас. Да. Голливудская звезда. Как будто я отдыхаю. Слушайте, а мне ничего с темными волосами. Неплохо, неплохо. Может, мне как-то тут покраситься? Не надо. Не надо. Не надо. Это твоя индивидуальность. Ну, неплохо, может быть, где-то а это для съемок. Для роли. Для роли. Вот пусть тебя вот так пробочка. Или губы. Знаешь еще, чем хорошо красить? Так актер один, это американский актер, снимался у Шахназарова, и его красили очень хорошо, кстати, копиркой черной. Тоже она не сидится. Спасибо большое. Ну, здоровья лишь. Это все. Достаточно нам будет. Дареные бакенбарды. Дареным бакенбардам зубы не смотрят. Классно, ведет тоже на мысль какую-нибудь. Сделайте себе, кстати. Тоже лишь похож. Он, кстати, похож. Я еще даже когда в интернете смотрел, думаю, вот что-то есть. Что-то есть. Ну тогда я уже тебя лачить буду, ладно? Да. Если уж так, я думаю, надо вот эти бачки, Маш. Вот эти бачки надо вот такие вот. Да, тоненькие такие, изящные. Посмотри. Или вот эти. Нет, вот все хорошие. Лучше те, вот эти можно. Просто вот здесь чуть-чуть. Конечно, были, вот они разные делали. Нет, то есть хорошие. Это хорошие. Да. Хорошие. Вот эти. Угу. Я видишь, когда я его затемнила просто пробочкой. Пробочкой затемнила его и все. Мы решили так поехать потом на тоже там сзади где-то встанет, так вот сходятся, знаешь? Да. Дальше делали такие лучами. Ну вот, они смотрятся темными, они даже от лака уже здесь тоже потемнели по бокам, абсолютно ощущение. Во всяком случае, для сцены нормально. Да. Угу. Так, сейчас я тебе, знаешь, покажу. У меня есть самый аппарат. Вот какой он разный. Сейчас я делаю баки. Угу. Это блеск. Угу. Сейчас. Я теперь могу с разбегу в стену подцепить головой, на пружине буду. Так, и вот эти бачки, я думаю, что они будут по цвету. Сейчас я смотрю. Я думаю, что оставим так. Оставь, Люсь, хорошо, срезать, мне да, нравится. Нет, не надо, Люсь, красиво. Да, давай. Да, Катя, оставим такие смыслы. Потому что у него разные. Ты видела, я показывала в табле, вот смотри. Вот тут его. Абсолютно. Здесь он вообще без баков, как будто. Да, видишь, смотри. Но он везде разный. А есть прям вот такие вот. Ой, это не туда. Это у нас другая работа. Это опять не туда. Это я же фотографирую, когда для работы. Видишь, вот такая коротенькая есть, вот я говорю, с зигзагом таким. Ну, это вот типа такой прически, как мы сейчас с тобой сделали. Видишь, тут вообще коротенькая бачка. Есть вообще вон какая-то. Да, вот здесь. Ты ведешь.
Ну, в общем, все, делаем баки, да, вот эти делаем. Да, здесь хорошие, они как раз прям. Отлично. И не очень грубо, то есть ну, пустые. Ну да, я повыше и... подниму вот туда, вот так вот, и вот так теперь. Да. Вот, а хорошо. А там потрим не менее. Ага. Значит, давай побольше давай. Надо дай мне клею, потому что у него не бритость, чтобы они держались, а то они могут отклеиться. Все. Можешь посильнее заклеить тебя, потому что иначе они могут наклеить, плохо клеиться, когда на волосы. Вот заставляем не, вот не, этот? Не, хорошо, или лишь... все-таки поукоротим этот мысик? Мне думается, нет. Покороче? Мне тоже так кажется. Сейчас отрежу. В принципе, я тут там тоже такого плана был у него, но... Так, это когда он постарше уже был? Нет, там именно постарше, там, постарше там еще вот такие баки. Нет, давай отрежем. Не вот, такие вот, были. Вот, отрежем, вот такие были у него. Разные. Крупные. Да, столбики да. Просто. Вот. А вот и показывала, кстати. Вот. Ну, вот так. Вот так хорошо. Угу. О, то что надо. Да. Вот и здесь подтемним еще сейчас вот это место, и все. Да, вот так хорошо. Смотри. Катюш, хорошо, вот так. Сейчас вот это кусочек пойдет, да? Сейчас я отрежу вот это. Угу. Вот здесь немножко поменьше кусочек. Рыженький. Офигеть, бакенбарды. У меня такие никогда не вырастут. Вырастут, почему? Ну, я не знаю, сколько должно пройти времени. Очень интересный бородка, кстати. Все. Такая. Ну все, часть основная, я бы сказал. Да, значит, а это вообще вроде запрещено. Очень хорошо, Лешка. Я не знаю, я тоже начала много. Посмотри на нас просто, на нас. Ну а что смотри? Нет, просто я так. Надо грудь, мне кажется, чуть сейчас гримировать. Давай, давай. Лицо загримированное. Конечно. А здесь такая щи. Просто чтобы, да, пусть такой... Ты мне просто приоткрой. Легкий загар, чтобы, ну, только не сильно, чтобы не испачкать рубашку. Да, не хочется. Все-таки это же здесь... Понимаешь, когда съемка, там мы и все мажем, и руки, и ноги, и все. Ну, девочки. Да, Танюшенька. Все, мое солнышко сходит. Все? Все, продолжу все делать, теперь чуть жрать, потом дам белизный рейн. Хорошо? Я... Там это нормально. Это так бывает. Становятся менее голыми, понимаешь. Даже иногда в одежде выходят. Бакенбарды, да. Волосы крепкие. Поют на английском. Ну вот честно скажу, фотошопа много, где приятные. Или так оно же? Здесь на самом деле самое удивительное, что фотошоп позволит. Я вот даже вручную забыл, что я вот полностью такая легкая. Я забыл ее снять, ее не убирали в фотошоп. Мне не подрисовали ни одной мышцы, к сожалению. Ничего не подрисовали. Хотя мне очень хотелось, чтобы вроде как здесь смысл там сюда. Обнаженная была картинка здесь. Обнаженная. Холодно или тепло, как вообще? Нет, было тепло, мы снимали в студии. Меня все спрашивают, реально на коне снимали? Нет, снимали нереально на коне. Я сидел на стуле, на двух, и потом